ну, вот так получилось, я без ноги. Брат у меня тоже инвалид второй группы. Вот когда у меня дочка умерла, Махаля очень хорошо помогла. У нас телеграм-группа в Махалле, телеграм-группы, кто нуждается, нам сообщают. Ряд семей, вот, они инвалиды, и есть это больные и нуждающиеся, вот, мы помогаем. У нас Махалла дружная, у кого есть возможность, они приносят сюда кто муку, кто сахар, кто масло. Вот чем можем, помогаем. Жителям нашей Махалли совместно с Аксакалом Махалли, его помощником, проводим беседу с людьми. Также при поступлении продуктов со стороны спонсоров Махалли мы выезжаем на место, обеспечиваем их нужными продуктами. Кому лекарства нужны, ходим в аптеки, достаем им лекарства, приносим им. Также, если нужны еще какие-то либо средства, мы стараемся связаться с этими организациями, чтобы они помогли людям, которые в этом сильно нуждаются. В такой тяжелый момент нас никто не бросает. Но приятно еще чуть что понимание. Это дороже любых денег, продлевает нам инвалидам, ну и пенсионерам жизнь. Үйме келіп, хабар алып, саулық торысында отырып кетті, рахмет, ярдам болған әліне. Осы қыз, ну, постоянно яныма келіп, ярдам беріп тұрды. Яй, ярдам бері епті, Құдай қасқыр. Материалына ярдам, пұл таманынан да ярдам береділер, мүмкін болса. Азық оқатан байрамларда келедір. Қазір енді мұна, сонда қиын пайдыларды, Құдайға шүкір, мұқтар емесіміз.